Эй, Дарк! Я! Это ты из будущего! Я пришел сюда, чтобы сказать тебе, если ты сейчас не выколешь себе глаз, то в будущем у тебя будут серьезные проблемы. Делай это, Эйдар, иначе твоя жизнь будет настоящим кошмаром. Я совершил путешествие во времени специально, чтобы предупредить тебя. Докажи, что ты это я из будущего. Когда тебе было 13 лет, ты с соседским мальчиком решил поиграть в доктора. И его писька оказалась у тебя. Ладно, звучит убедительно. В общем, значит, мне нужно выколоть себе глаз, и тогда все будет хорошо? Да, Эльдар, пока. Мое время заканчивается. Алло, Мэтт, здорово. Здорово, Бродвей. Ну что, как та дурь, которую я тебе прислал? Да, Мэтт, это даже не дурь. Это просто охуеть. Просто вырвиглазный пиздец какой-то. Жми на кнопку и подписывайся на наш вырвиглазный канал.